Здравствуйте, в эфире программа «Знакомые лица». И сегодня у меня в гостях народная артистка Чувашии Августа Уляндина. Добрый день, Августа. Добрый день, Юля. И в начале нашей программы, с тем, чтобы наши телезрители и я узнала вас чуточку лучше, предлагаю небольшой блиц-опрос. Пожалуйста. Готовы? Готова. Итак. Итак, Августа, да, нет, да. Или не знаю. Будем отвечать по-другому. Хорошо. Вы любите удивлять? Да. Любимая песня? Любимая песня «За тихой рекою» Калина Красная. Настоящий мужчина – это? Продолжите. Муж, друг. Хорошо. Верите ли вы в приметы? Не совсем. Любите наводить порядок в доме? Не совсем. Рубить с плеча – это про вас? Про меня. Кто в доме хозяин? Муж. Как вы реагируете на критику? Положительно. Вас раздражает, если вас вдруг не узнают? Нисколечко. Я тому очень рада. Деньги или слава? И деньги, и слава, и здоровье, и полностью вот это все состояние, душевное состояние. Итак, переходим к основным вопросам Августа. Августа – это производное от мужского имени. И вот говорят, все женщины, которые носят это имя, сильные личности, в них развито женское начало, правда, но во многом они поступают как мужчины. Очень часто принимают такие решения именно мужские. Вы с этим согласны? 50 на 50. В чем-то согласна, да, это про меня, но где-то, наверное, не совсем. Поэтому это все настолько индивидуально, я думаю, все-таки. Я когда смотрела, что означает имя Августа, да, и вот нашла очень такую интересную вещь. Краткое от Августа оказывается Ава. Вас вообще так называют? Нет, кто-нибудь? Никогда. Ни ласкательных имен, никаких таких интересных, когда в школе, да, обычно обзывают. Нет, не было Августа и Августа. Ну, это хорошо или плохо? Или все-таки хочется иногда, чтобы кто-то нет, так не хочется, назвал? Не хочется. Я почему-то привыкла к своему имени Августа, вот и все. А кто вас так назвал? Дед. А почему? Там редкое есть. Все-таки имя. Да, Августа. Все-таки редкое имя. Сестры мои Аля, Рая, Зоя. Я пятый ребенок в семье, самая последняя. Дед Ярды Алексей Герасимович. Очень интеллигентным был человеком, образованным. У него незаконченное высшее образование. Но последние годы он работал главным бухгалтером совхоза-комбината Шубертинского района. И когда я уже родилась, последний ребенок, поздний ребенок, он родителям моим говорит: не стоит вам за 7 километров с деревни Бриняш-Тарханы ехать. Я сам оформлю все документы. То есть родители вообще даже не знали, как он планирует вас назвать? Видимо, да. Он, говорит, уехал. А мы, говорит, даже имя не сказали. Он, говорит, вечером приезжает и кладет свидетельство о рождении на стол. Мы, говорит, открываем, там написано «Августа Уляндина». Мама, говорит, я заплакала. Я, говорит, сказала, вся деревня засмеет. Я этого ребенка на руки не возьму. Взяла? Ну, взяла, куда же деваться. А на самом деле деревня не принято было. Говорили, ой, что за имя, что за кличка такая. Ну, было на самом деле. Слушайте, ну, может быть, имя все-таки предопределило вашу судьбу? Говорят, да. Все-таки вот редкое имя. В этом смысле, наверное, может быть, даже и так. Вот я теперь очень благодарна тому, что дед меня назвал Августой. Ну, и фамилия, и мне не нужно было никакого псевдонима придумывать, да, ведь что-то интересное, яркое. Так получилось, я ему очень благодарна. Все совпало. Я стала певицей. Августа, вот иногда говорят, человек начал петь раньше, чем говорить. Вот про вас так можно сказать? Я думаю, да. Я начала очень рано петь. Мне это дело очень нравилось. И до сих пор я пою. А тем, кто вас окружал, это нравилось, как вы поете? Во-первых, мои сестры тоже очень хорошо поют. Природные данные, шикарные. От кого у вас такие данные? От бабушки? Папа играл на гармошке, мама пела. Была бы великолепной актрисой, если бы она училась, поступала бы. Но в семье нет ни музыкантов, ни актеров, ни актрис, так скажем. Только я одна в этом амплуа состоялась. А бабушка очень хорошо пела. Все-таки гены есть. Окружающим, в принципе, нравилось, но дед Ярды как раз говорил: ну хватит вам петь, идите на улицу, идите во двор, потому что мы с бабушкой рядом садились, и первые все народные песни, которые я знала, конечно же, это все я переняла от нее. А вот есть такая песня, которую пела ваша бабушка, и эту песню вы сейчас исполняете на своих концертах? Да. Анна ван, эшишки, Анна ван, да, Анна ван, эшишки, Анна ван. А теперь она у меня звучит в клубном варианте.
А в клубном варианте это как? А вот так вот, минусовка, то есть аранжировка полностью. Такая, ну, современная, молодежная, да? Современная, да? Обработка. Что такое, что такая клубная музыка? У нас есть попса, у нас есть джаз, mm-hmm. а клубная — это такая вот клубная, которая бьет, которая танцует. И вы можете вот представить эту песню «Она в Аншишке», которую mm-hmm. пела бабушка, и вот все наши люди пожилого возраста знают эту песню, она может звучать вот в такой интерпретации. Она звучит. Здорово. Августа, а вот вы всегда хотели быть певицей или все-таки были какие-то другие варианты? Всегда хотела стать певицей. Когда в школе мы анкеты заполняли, вот друг другу передаем, кем они хотят стать. Угу. Я всегда писала певица, но сама зачеркивала, потому что самооценка была очень занижена. Я просто не знала, я смогу ли стать певицей. Сомнения были, но в душе я жила этим. Все-таки девочке из деревни, наверное, тяжело было пробиться. Конечно, музыкальной школы не было, ничего не было абсолютно. После 10 класса я поступила в музыкальное училище. Вот как это получилось, что вы смогли без музыкальной школы поступить в музыкальное училище? Педагоги разглядели ваш дар? Или повезло, или как-то стечение обстоятельств? Я думаю, все-таки голос, он такой маленький был, ну и везение тут. То есть практически Фроси Бурлакова. Фроси приехала, Бурлакова, ой, как мне этот фильм нравится, конечно, еще как. Приходите завтра, да? Приходите завтра, да. Приходите завтра, совершенно верно. А вот как вы учились, как проходила ваша учеба? Интересно если было учиться честно, в училище? Да, музыкальной школы не было, я поступила, это на самом деле и везение, не случайность. Я вообще-то думала, если я не поступлю, то я пойду на художника-модельера. Я очень любила шить. Вы хорошо рисуете? Рисовала хорошо. Сейчас я, конечно, этим не увлекаюсь, но все-таки вот творчество в моей душе, оно было, наверное. Ну, вот у вас сейчас все время, когда я вас вижу, у вас роскошные костюмы. Вы сами модельер? Для себя? Частично, да. У меня все-таки, наверное, есть такой внутренний вкус. Я чувствую эти костюмы, и я знаю эту песню, в каком костюме петь. Но, тем не менее, я обращаюсь к специалистам, действительно, к профессионалам, которые этим занимаются, потому что, ну, мало ли, все-таки я всегда отмечаю, сапожник должен точить сапоги. Не зря говорят. Вот вернемся к учебе. Иногда вот сейчас говорят, а зачем это профессиональное образование? Если у человека есть дар, есть талант, он и так пробьется. Да, сейчас так. У нас сколько звезд, которые без образования какого-либо поют на сцене. Совершенно верно. Сейчас можно не учиться этому. А тогда, когда еще поступала, был Советский Союз, на сцену выходили лишь 25 лет, когда все учебные заведения они заканчивали. Ну, конечно же, были исключения, те люди, которые без образования угу. пели, но это были великие люди. Могу сказать про Зыкину. Она только 50 лет выучилась в Гнесинке и получила диплом. А сама народная артистка СССР, так скажем, но она цель поставила. Мне, говорит, все время тыкали и говорили, ах, у тебя нет корочки, у тебя нет диплома. Я, говорит, в 50 лет закончу это учебное заведение. Но Зыкиной сравниться невозможно. Такие люди рождаются раз в 100 лет. А нам остальным гении бывают, вот, профессионалы на уровне гения, на уровне таланта. Я себя считаю маленьким талантом, поэтому мне нужно было учиться. Тому очень рада. Но у вас с корочками-то все хорошо. С корочками как раз хорошо. И консерватория. Вот где было сложнее, в училище или в консерватории? В училище. Почему? Почему? Вы знаете, вот человек, который никогда в жизни ноты не видела, как Фроси Бурлакова приехала, и мне нужно было, как алфавит, их нужно было выучить, задачи решать по гармонии, по сольфеджио, по теории. Я первые 2 года, знаете, как плохо училась. А у вас не было такого ощущения, зачем мне это надо? Я петь могу, танцую великолепно. Зачем? Зачем? Совершенно верно. Нет, тогда не говорила зачем. Я просто думала, какая же я глупая, у меня не получается. Хотя в школе я неплохо училась, ну, неплохо, ударница. И сюда приехала первые 2 года. Вы знаете, вы даже не представляете, по теории, по сольфеджио мне ставили 2. Это не говорит о том... Не отчислили же? Нет, не отчислили, потому что пела неплохо. И потом на 3-м курсе я резко повзрослела. Как? И я просто стала вникать. И еще по музыкальной литературе мы слушали оперы, композиторов изучали. Это было для меня как лес дремучий. Какие композиторы? Какая партия звучит? Какие инструменты? Какая часть оперы? И вы представляете, на 3-м курсе мы пишем викторину. Это по-другому угадайка. Mm-hmm. Тогда пластинки были еще, фонотеки. Нам педагог ставит и говорит... Какой композитор, какая опера, какая часть, какой инструмент, какая партия звучит. На 3-м курсе я первый раз стала узнавать вот этот инструмент, вот эта партия, и мне 4 поставили. Вы понимаете, это был для меня такой прогресс, и у меня стрельнуло. Щелчок такой,
И я пошла, поехала. Чакры открылись. Открылись. Все, я стала понимать, что к чему. На первом курсе конце хотела уйти. Благо, огромное спасибо старшей моей сестре. Я к ней пришла как-то на квартиру. Она у меня в Чебоксарах живет. Я говорю: Аля, я, наверное, уйду. Я такая глупая. У меня ничего не получается. Мне придется куда-нибудь идти. Она мне сказала: не смей. Ты опозоришь своих родителей, всю деревню. Не смей, попробуй у меня только. Я ей очень благодарна за эти слова. Я теперь до сих пор живу вот этим принципом: не смей. Есть слово «надо». Мне нужно доказать родителям, родне. Для кого мы в первую очередь живем? Для своих детей, для своих родителей, для своей родни. Потом уже для республики и для всего народа. Как вы считаете, вы оправдали надежды своих родителей? Я думаю, да. А родители вам говорили: Августа, мы гордимся тобой? Мама и папа говорили. Вот я сейчас, наверное, уже в таком возрасте, я могу, имею право вот эти слова говорить. Я буквально вчера была к маме, с папой съездила. Они у меня инвалиды. После инсульта оба уже куда-либо выходить не могут. Около 80 лет им. Они сидят, по радио меня слушают, по телевидению. Они сидят и плачут, потому что это семья простых колхозников. Они даже не могли предположить, наверное, что их дочь может достичь вот этих высот. Я, конечно, очень высокопарно говорю, прошу меня простить. Хорошо, я для Августа. Своих родителей говорю, не для всего, потому что сейчас кого-либо... Наверное, вся деревня вами гордится. Все родственники, не только папа с мамой. Вы знаете, ну, так не бывает, конечно. Кто-то завидует. Кто-то завидует. Я живу в данное время для своих родителей. Я исполнила долг, я состоялась, и они мною действительно гордятся. Вот и все. А часто удается навещать родителей? Ну, практически часто, потому что я езжу, как бы я за ними ухаживаю часто, я их не бросаю ни в коем разе. Замечательно, вы хорошая дочь. Августа, выбор песни, наверное, дело очень сложное. Как вы отбираете свой репертуар? Да, на самом деле, если по российским масштабам смотреть, там работает команда над артистом, над певцом. Стилисты, аранжировщики, продюсеры и те, которые даже репертуар именно вот собирают, да, ведь вот образ рисуют. У нас этого нет абсолютно, чуваши. Хотя уже потихонечку, вкрапливая, мы становимся, в принципе. Поэтому я даже не знаю, огромное спасибо Богу, что я вот такая состоялась, я себя нарисовала, вот такую собрала. А вы сами себе продюсер? Или все-таки есть человек, который вам помогает? Я сама себе продюсер, я сама себе директор, я сама себе педагог. Совсем я вообще крутая. Сама вот такая крутая. Все надо мной, наверное, смеются. Ну, получается практически так. Но один воин в поле не воин, конечно же, рядом со мной были люди, которые действительно направляли. В первую очередь хочу сказать, ну, вот именно как становление артистки, певицы. Николай Казаков. Песня «Адерхерзе». Я всегда об этом говорю. С его песни все началось. Я когда сюда приехала после Нижнего Новгорода, по окончании консерватории, у меня в репертуаре были только русские песни. И я знала, что Чувашской республике нужна именно визитная карточка «Чувашская песня». Я его приглашала на концерт, и я говорила: Николай Нилович, ну посмотрите на меня, Христа ради, что я могу исполнить, напишите мне что-нибудь. Вот он написал, да. И потом я уловила какой-то момент, ага, можно в таком амплуа петь, можно народные песни стилизовать, собрать. Это, наверное, вот с этого все началось. Вот я по сей день, вот я вот такая теперь. Август, раз уж мы вспомнили Николая Ниловича, он возглавляет Чувашскую филармонию, да, где вы достаточно долго работали, но вы сейчас ушли. И, по-моему, это уже не первый раз вы уходите из Чувашской филармонии. В чем дело? Вы ушли в свободное плавание? Юлия, на самом деле, я в филармонию приходила, уходила, приходила, уходила. Ну да, наверное, все-таки у меня вот люблю немножечко свободу. Как бы там ни было. Но у меня есть основная работа. Есть Чувашский государственный университет, факультет искусств, где я уже работаю с 98 года. И поэтому филармония – это не моя основная работа. Поэтому так, наверное, получалось. И филармония мне очень помогла. Это на самом деле такой цех, это такая база. Работают одни профессионалы, сколько профессиональных коллективов. И мне отрадно. Там самые настоящие артисты. Я вот всем говорю, филармонию все настоящие артисты. Вот вы вспомнили о ЧГУ. У вас ведь есть свой собственный класс сольного пения? Да, Юля, у меня есть класс сольного народного пения. Скромно сказала, Августа. Да.
да, у меня есть класс. Да, у меня есть класс. И сколько человек в этом классе августа? Кстати, в этом году не так уж много, всего-то 3 человека. Ну, вообще талантливых людей, наверное, все-таки не должно быть много. Если бы вы сказали 20 человек, я бы, наверное, удивилась. Конечно. Ну, вот самый был такой период, где было 9 человек. Это для меня даже очень много. А почему я скажу? Да, вот на других факультетах учатся на курсе 20-30 человек, и на лекциях сидят там 40-50-60 человек, так скажем. Так мы же готовим штучный товар. Вот, согласна. Да. И вот я думаю, что вот этим трем повезло очень, потому что, наверное, с каждым из них вы можете заниматься, ну, индивидуально. Совершенно верно. Специальность – это значит вокал, уроки вокала 4 раза в неделю по 45 минут. Мальчики или девочки? К сожалению, одни девочки. Мальчики что у нас, не поющие? Нет, поют. На академическом пении их очень много. У нас академическое народное пение для мужчин не распространяется. У вас новый коллектив творческий. Расскажите о своих девчонках, которые вместе с вами поют. Они из вашего класса, выпускницы? Да, да, одна выпускница, другая вот ныне, которая в моем классе учится. Я далеко не хожу, в этом смысле мне очень повезло. Также, когда филармония работала, ансамбль «Чвашьень» у меня был, это были мои же девочки, угу. Это мои выпускницы, я со своими девочками туда пришла, так скажем. И сейчас в новом коллективе также мои свои, потому что я вот с ними работаю, я леплю, я делаю репертуар и голоса подходящие, которые мы сливаемся, мы чувствуем друг друга. И поэтому, да, я из своих же собрала этот новый коллектив. А как вы считаете, с вами работать сложно? О, надо это у них спросить. Я не могу. Но вы ссоритесь? Нет, вообще-то нет. Вы авторитарная? Ну, надеюсь, что да. Вот с теми девочками тот коллектив ни разу не поссорились, сколько лет мы были на сцене. Ну, во-первых, может быть, все-таки субординация существует, так как я педагог, у них, видимо, это остается. Но когда по окончании мы уже становимся коллегами, в принципе, да, это очень, что очень сложно, но пока вот все нормально. Я себя, ну, как вам сказать... Мне вообще-то вчера моя вот Лия, моя любимая девочка, говорит: «Августа Васильевна, вы на уроке очень строгая, я вас очень боюсь», она мне вчера сказала. Я говорю: «Почему?» А на репетициях, когда мы, говорит, уже в коллективе занимаемся, вы совсем другая. А я говорю: «Лия, молодец, ты чувствуешь меня на уроке, я педагог строгий». Ну, это вам только плюс, Август. Значит, вы сумели так себя поставить и такую установку дать самой себе. Это же очень сложно. Не знаю, как у меня получается, а я ей говорю: «А здесь мы с вами уже коллеги, вы на меня смотрите как на коллегу, это у нас уже концертный коллектив, это не вы теперь уже не студенты». А вот на кого из российских звезд вы хотели бы равняться? Ну, если так, мне очень много жанров нравится. Вообще, в любом случае, хорошая музыка. Мне она всегда нравилась, я этим живу. И если считать в моем амплуа, мне, конечно же, Надежда Бабкина нравится. Мне так хочется вырасти до ее уровня. Она именно как руководитель ансамбля, она как музыкант, нежели как она сольная, может быть, как сольная певица, не совсем может быть. И так как я с ней лично знакома, когда она несколько лет тому назад сюда к нам приезжала, неделю я с ней каталась, я была ведущей, вела эту концертную программу, я на нее насмотрелась. Это такая бешеная энергетика. Во-первых, трудоголик. У нее такие жесткие принципы: ты либо работаешь, либо ты нет. Ну, по ней видно, что такая. Да, действительно, совершенно верно. Но это вот в работе. Наверное, это сказывается и в личной жизни. Но эта женщина вот такая. Я немножко чуть другого плана. Вы совсем другая. Вы очень женственная. Наверное, по крайней да. мере, производите такое впечатление. Ну, видимо, производите да. впечатление очень мягкой. Угу. Очень нежной. В работе бывает жесткая, конечно, так. Ну, наверное, не без этого, иначе бы вы не были народной артисткой. У вас очень красивые руки. Я очень люблю наблюдать, когда вы поете. Вот вы поете не только голосом, вы поете и руками. Вот вам про это говорили? Не знаю, Юля, первый раз слышу. Да. Может, что-то говорили, но надо же. Я даже сама не замечала. Ну, если я не могу быть только одной певицей, нужно быть еще актрисой. Надо убеждать, нужно на самом деле донести все это. И поэтому все тело должно работать. Ну, чтобы лишних движений не было, чтобы это все в купе, все совпадало. Наверное, это очень сложно. Я не могу про себя так говорить. Августа, вот говорят о том, что красота спасет мир, и с этим уже никто не спорит.
спорят, но мне все-таки кажется, что иногда красота мешает вот таким публичным людям, как вы, потому что вы куда-то приходите, и в первую очередь, наверное, вас воспринимают просто как красивую женщину, и потом приходится доказывать, что ты талант, что ты молодец, а красота, ну хорошо, что она есть, но и без нее я бы прожила. Юля, спасибо огромное, конечно, за комплимент, я себя красавицей не считаю, это я сегодня на передаче такая пришла, вот такая вся вот, я вот сижу действительно артистка-певица. Артистка-артистка. Но у меня очень много образов. Я в университете одета совсем по-другому. Там этикет не позволяет действительно вот в таком виде ходить. Все-таки уроки, так скажем. В жизни я не знаю, как я хожу. Августа, но мне кажется, что мужчины должны просто за вами ходить толпами. Юля, да, это вам так кажется, но почему-то толпами никто не ходит, и за мной там вот никакой очереди абсолютно никогда в жизни не было. Боятся? Меня боятся? Я думаю, что вообще мужчины боятся умных, сильных, успешных женщин. Я себя вот такой не считаю, и в принципе, какая красавица, какая, я даже не знаю. Я могу, наоборот, другую историю вам рассказать. Давайте. Потому что я в жизни хожу в джинсах, меня практически на улице, по-моему, никто не узнает. Слава богу. Я прихожу на концерты, корпоративы, в джинсах, в сумке с авоськой. Вы можете представить? Народная артистка. Не могу. Конечно. И вы знаете, меня не узнают. Девушка или там, а, подождите, а вы куда собрались? Я вообще-то на концерт пришла. Да? Ну ладно, проходите. Я потом переодеваюсь, выхожу. Там спрашивают, у Лядиной до сих пор нет? Где она? Так она же пришла, на сцену уже вышла. Они меня не узнают. Вот, я вот такая в жизни. Августа, а как вы познакомились со своим супругом? Ну, это не важно, как я познакомилась. Я, главное, надеюсь, что я встретила достойного человека. До этого просто хочу сказать, что в моей жизни также было все негладко. Я много раз поднималась и неоднократно падала. Я точно так же по ночам в подушку плачу. Точно так же у меня все бытовые проблемы, которые присущи всем простым смертным. У меня жизни все одинаково, вот по схеме. Хоть у вас, Юля, да ведь, хоть у многих таких женщин. Да, я одна осталась, я жила с ребенком одна, и было мне очень тяжело и трудно. Я не знаю, так вот в жизни случается, может, я виновата, может, мой муж. Я не знаю, как бывает. Так получилось. Так получилось. А теперь я встретила человека, надеюсь, для меня, он для меня стал самым важным и главным человеком. Про этого человека я хочу сказать. Вот, вы говорили, я также напомню, что за мной никто в очередь не вставал, у меня никого не было. Может быть, некоторые боялись, может быть, некоторые просто на меня так смотрели. Да, это артистка, певица, не совсем серьезная женщина. А этот человек не испугался, он подошел и встал рядом. Пришел, увидел, победил. Увидел, победил, не победил, он встал рядом. И мне помог, и мне сказал, пойдем вместе, взял за руку, тому я очень рада и ему очень благодарна. Августа, вот вы сказали о том, что были падения. Был такой период в вашей жизни, да, когда вас вдруг вот не стало нигде, ни на каких концертах вы не принимали участие, да? Вот тяжело это испытание вам досталось? Ну, в принципе, да, наверное, нелегко, что я буду лукавить, да ведь, обманывать кого-либо. Когда человек поет-поет, и ее не становится. Я же говорила про слезы по ночам, так скажем. Вот как вы выжили в этой ситуации? Что вам помогло? У вас были рядом друзья, родственники, родители. Вот что вам помогло? Или просто внутренняя сила? Скорее всего, внутренняя сила. Что мне могли дать мои друзья, мои родные? Ну, конечно же, это был муж, ребенок, есть слово «надо». В первую очередь, ребенок. Мне нужно ее кормить, одевать, поить. И я что? Я что, до такой степени плохой человек? Я все смогу, я все сделаю. Я же сильная. У вас уже взрослая дочь? Да. Она поет? Поет. А вы хотите для нее судьбы актрисы? Много об этом думала. Пусть она, наверное, скорее всего, сама определит свою судьбу. Но наш хлеб очень тяжелый. Вы сами знаете, мы настолько публичные люди. И это очень непростой хлеб, хотя я как профессионал на нее смотрю, шикарные данные, шикарный аппарат. Она похожа на вас? Она немножечко не совсем на меня похожа, но такие же длинные волосы, так скажем. И тембр, манера, повадки, Бог все дал. Нужно пользоваться. Ну да, мы поем пока для себя, так скажем. Она на моих мероприятиях, на моих концертах поет, я ее с собой беру. Куда-либо не хочу ее отправлять, травмировать. Посмотрим, что у нас получится. Вот вам часто завидуют?
Вы с этим сталкиваетесь? Я так, мне в глаза, конечно, что-либо не говорили. Конечно, в жизни непростых ситуаций бывает очень много. А вот когда у вас какая-то такая стрессовая ситуация, вы чем-то расстроены, вот как вы в такой ситуации себя ведете? Вот многие женщины заедают это, да, покупают там шоколадки, кушают их в огромных количествах, да, или там берут кучу фильмов, начинают их бешено просматривать. Вот вы что делаете? Так, кто-то убирается. Не убираюсь. Это я вам точно могу сказать. Должны же быть у актрисы слабости. Конечно, я конечно. Что, идеал? Конечно, да. У меня столько много недостатков. Я также залезаю в холодильник, мне также хочется что-то интересное покушать, на самом деле забить свой желудок. Пою. Вы даже не представляете. Что поете в такие моменты, когда так вот на душе иду не на, очень хорошо? На свою работу на факультет искусств Чувашского государственного университета в 7 часов, 8-9 часов вечера, включая, врубаю свои минуса, изучая новые песни и в полный голос вот пою, пою, пою. Вы знаете, какое удовольствие получаешь? И успокаиваешься. И когда вокалом занимаешься, столько много сил уходит. Это как лес валить. Понимаете, мы не только голосом работаем, мы телом физически работаем. Я беру какие-то сложные песни, которые даже на концерте не исполняю. Они не совсем концертные, может быть. У меня есть свои секреты, у меня есть свой репертуар, который, на самом деле, который снимает стрессы. Я сижу иногда, просто слушаю музыку. Пою. А вот что поете в такие моменты? Вот как? Есть вот такая песня «Отдушина»? Есть несколько композиций. Одна, наверное, вот песня «Молитва». В храме у окон я зажгу свечу, дрогнет на ветру робкий огонек. Я не прячу слез, просто помолчу, Бога попрошу, чтоб меня сберег. Голоса нет, а тут потому что речитатив, нужно тихо петь. Августа, вот я думаю, что наши телезрительницы мне не простят, если я не спрошу вас о том, как вы поддерживаете вот такую великолепную физическую форму. Это гены или все-таки вы занимаетесь активно спортом? Юлечка, я ничем на диетах сидите. Не занимаюсь спортом, не люблю заниматься вообще. Ни на какой диете я не сижу. Я, правда, в одно время была полненькая. Вы, наверное, меня помните. После родов я как-то так вот расползлась. Потом в зеркало посмотрела, сказала, так не бывает. Но с генами, слава богу, нормально. У меня вот сейчас очень много работы, кстати. Просто вокалом заниматься, концерты устраивать. Знаете, это какой спорт? Догадываюсь. Да, и поэтому мне никакой фитнес не нужен. Когда вот у нас зимние каникулы, когда отпуск, я немножко чуть-чуть поправляюсь, а потом я потихонечку опять прихожу. Да, потом прихожу в норму. Я говорю, если я перестану петь, точно, наверное, поправлюсь. Пока я вот в такой форме, в таком режиме. В тонусе. Всегда в тонусе. Да. Августа, а вот планы на самое ближайшее будущее. Так чуть-чуть приоткройте нам завесу тайны. Какие планы? Юлечка, все не буду говорить. Очень много планов. Все не надо. Чуть-чуть. Во-первых, вот новые абитуриенты. Нужно будет уже их искать. Не нужно искать, они сами приезжают. Новый учебный год, так скажем. У меня впереди будет сольный концерт. Это будет 23 февраля этого года в ДК «Тракторостроителей». Пользуясь случаем, я могу сказать, будет большой сольный концерт группы «Ярды». А вы у меня не спросили, почему «Ярды»? Почему «Ярды»? А я вот в начале передачи еще говорила, что у меня моего деда зовут Алексей Герасимович Ярды. То есть в честь дедушки? В честь дедушки. Но еще никаких ассоциаций нет у вас? Ничто не всплывает? Нет. А у нас же был чемпион мира по велогонкам Валерий Ярды. Слушайте, как у вас все сложно, Августа? У меня все сложно и в то же время все очень просто. Понятно. Августа, и в завершении нашей программы я очень часто спрашиваю своих гостей, о чем вы мечтаете? Я хочу быть просто счастливой женщиной, хорошей женой, доброй мамой. У меня все есть. И хочу душевного покоя. Дай Бог, дай чтобы Бог. Все так и было. Я думаю, этого заслужила. У меня долго этого не было. Я могу это откровенно говорить. Любая женщина хочет стать счастливой, вот, спокойной. Спасибо вам за эту встречу. Ну а мне остается только добавить, что сегодня у нас была в гостях народная артистка Чувашии Августа Уляндина. До свидания.